Так начинается утро в 7-й школе. Бригада из 8 человек занимается уборкой внутри и снаружи. После того, как закончатся каникулы, они будут помогать в столовой. Работа по 2-2,5 часа в день, в зависимости от возраста. Трехсторонний договор между школой, между центром занятости и управлением образования. Трудовой договор заключается между школой и работниками. И, конечно же, будет это уплачиваться, потому что субсидия выделяется с управления образования. У нас определенные по приказу. Антон учится в 9 классе 17-й школы, которая находится в Суко. До того, как встретиться с друзьями и сходить на тренировку, он приходит сюда. За неделю каникул, работая по 2 часа в день, Антон получит на руки около 2000 рублей. Откладываю на обучение. Деньги всегда нужны, они лишними не бывают. В любой школе всегда есть что делать. Лишний раз не помешает протереть парты, подоконники, помочь перебрать книжки в библиотеке, навести порядок на прилегающей территории. Педагоги считают, что такая занятость помогает формировать личность. Они ценят свои денежки, как они мне потом говорят, начинают оценивать труд родителей, их не деньги, начинают задумываться, правильно ли они их тратят или не совсем правильно. То есть они вот уже оценивают вообще подход к этим деньгам. Также у них еще дети стали относиться уважительно к другому труду. Как вот у нас вот работает пожилая женщина, вот уборщица у нас, они помогают ей. Давайте мы вам поможем, мы понимаем, это так тяжело, и на улице вообще бывает холодно работать, и они с удовольствием ей помогают. То есть дети взрослеют и оценивают вообще ситуацию. Также полагают многие родители, поэтому поддерживают программу. Как рассказали в городской службе занятости населения, работу на время осенних каникул себе нашли около 100 школьников. Примерно на треть больше, чем в прошлом году. А с начала года здесь выдали направление 795 школьникам. Прирост по сравнению с прошлым годом порядка 14%.